Человек с большой буквы, великий человек своей страны. Человек, посвятивший всю свою жизнь служению народу и своей республике. Проститься с Василием Калько пришел практически весь личный состав бендерской милиции, во главе которой он когда-то стоял. Чиновники, бизнесмены, общественники, защитники республики, рядовые горожане. Для всех пришедших смерть Василия Александровича сродни личной потере. У каждого своя история совместной работы, дружбы и сотрудничества. Мы сегодня понесли большую утрату. Это действительно светлый человек, который через всю свою жизнь пронес любовь к своему городу, к своей республике. И, конечно, сегодня чувство соболезнования, горечи, они просто неразделимы, поскольку сама утрата, она действительно безвременна. Он еще много и много мог творить добрых и хороших дел. Вся его короткая, но яркая жизнь прошла на фоне самой республики. Василий Калько был начальником милиции, начальником следственного управления и уполномоченным по правам человека в ПМР. На этом посту он пробыл максимально возможный период – 10 лет. Тысячи граждан Приднестровья получили его защиту. И это был не просто грамотный, компетентный руководитель, а необычайно добрый, отзывчивый и благородный человек. Василий Александрович всегда любил повторять одну фразу, и когда он присутствовал на коллегиях Министерства внутренних дел, он повторял буквально следующее. Относитесь к людям так, как вы хотите, чтобы относились так к вам. Вот с этой, наверное, формулой Василий Александрович и жил всю жизнь. Сегодня вспоминали тяжелые 90-е, времена становления республики. Будучи следователем по особо важным делам в действующем комиссариате полиции, Василий Калько возглавил бендерскую милицию, и с ним под юрисдикцию Приднестровья перешли 14 человек. Был первым. Сегодня эти слова звучат как девиз всей его жизни. Василий Александрович был настоящим офицером, человеком слова, дела, чести и доблести. Был мудрым руководителем, который не боялся трудностей, понимающим руководителем, который мог брать на себя ответственность. Именно поэтому он стал первым начальником бендерской приднестровской милиции. Именно поэтому он стал и первым омбудсменом Приднестровья, с нуля создавая структуру и милиции, и этого права. У гроба почетный караул. Рядом встают те, кто пришел проститься с Василием Александровичем. Говорят, человек он был светлым. Светлой будет и память о нем. Действительно, он был человек, который всегда служил, работал, на своем месте находился, оказывал помощь. Мы ничего сделать не можем. Это жизнь, это судьба. Но мы можем помнить Василия Александровича, каким он был человеком, каким он был офицером, достойным во всех отношениях. Василия Калько проводили в последний путь с воинскими почестями. Похоронен Василий Александрович на Борисовском кладбище Бендер. Жанна Настас, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.